Всем привет! Ну это вы прям круто, слушайте, придумали. Или это сейчас 8 миль, не знаю. Что, она не так должна быть русская? Конечно, да, совершенно. Это на крыле совершенно по-другому. Я на самом деле думал, больше никогда с парашютом не буду. После армии. Ну, в плане того, что за деньги еще и рисковать. Потому что за бесплатно заставляют рисковать.
Суть в чем? Поднимаешь вертолете Ми-8. Вот. И ты 100% прыгаешь. Потому что если ты. Да, если ты не прыгаешь, тебя выталкивают. Там просто такая стоечка. Вот люди хватают за нее, а там сзади стоит инструктор. Он как бьет по яйцам пацанам. И все, руки сразу разжимаются. Но нам поэтому сказать, что нет смысла ничего хвататься, пацаны, ну, лучше да. Прыгайте. Вот это кайф. Еще они хорошо, что они просто ему начали говорить, что это, знаешь, типа.